Последний суток YouTube. Сегодня у меня вот такой огромный пакет пустых баночек. Для всех любителей пустых баночек. Ужасная жара на улице, я вообще умираю. Сейчас пытаюсь этот пакетик раскрыть, потому что привезла я его из дома родителей. Пользовалась в основном этими средствами там. Вот на такую вот бюджетную новинку класса люкс я наткнулась. Честно говоря, я была не уверена вообще, стоит ли овчинка выделки, но по факту я купила вторую такую же штуку. Что это? Это пенка для умывания. Ну, то бишь, когда вы надавливаете, уже вылезает пена, да, то есть вот пускает пузырьки маленькие, вам не знаю, видно, не видно. Пенка мусс для умывания водой с драгоценными маслами написано. Деликатное очищение. Действительно, она очень мягко. Вообще, я когда первый раз пользовалась, я была совершенно не уверена, смоет ли эта пенка макияж. Да, останется ли что-либо на лице. По факту остается только, я скажу, тушь типа Benefit. Да, вот такого плана. А ревгошевскую тушь она снимает очень-очень хорошо. Да, и некоторые виды карандашей, гош карандаши плоховато она смывает, все остальные очень даже неплохо, практически не надо пользоваться ватными палочками и мицелляркой или там двухфасной жидкостью для снятия туши, чтобы подтирать, да. Вот такая вот баночка, в принципе, расходуется она достаточно быстро, но она и стоит не вообще недорого. У меня сейчас уже вторая. Вот такой тоник от Nivea, Pure Effect Stay Clear, очищающий тоник, но это для комбинированной жирной кожи с несовершенствами, он содержит спирт, так нормально, с экстрактом магнолии, мне понравился, я им пользовалась дважды, сейчас вообще купила себе Clean and Clear, потому что просто вот этого не было, хотя мне понравился также гель, скраб для умывания, вот я его тоже сейчас приканчиваю потихоньку, и тоже он у меня переместится в пустые баночки. Вообще невеевский, ну, если у вас не сухая кожа, да, а, скажем так, нормальная или склонная к жирности, мне очень нравится. Особенно вот их зеленый тоник для матирования, ну и это тоже очень даже скраб. Чистая линия, решила попробовать мягкий скраб, у меня был с абрикосовыми косточками, а это вот косточки клюквы и сок малины, по-моему. Сейчас у меня уже вторая упаковка этого скраба, и, честно сказать, я очень-очень довольна, потому что он не царапает кожу, как вот их основной такой с абрикосом, он такой более нежный, и где-то через день я им пользуюсь, и мне нравится. Берлик, гель для душа, розовый перец, цветок каштана, ликующая Бразилия. А, актуально, да? По поводу там Олимпиады, все дела. Ну, могу сказать, что я брала только по названию, запах такой, ну, розовый перец, знаете, он остроты такой какой-то придает. А гель пахнет жарким, влажным, тропическим климатом с ноткой остроты. Вот, наверное, это вот и есть ликующая Бразилия, потому что вы прям вот четко, перец вы четко там унюхаете. Мне понравился, он такой, по-моему, зеленоватый, что ли, был. Неплохо, кстати, пенится. После него я, по-моему, ничем не пользовалась для тела. Ну, у него, по-моему, нейтральная такая, нейтральная кислотность. Написано, что можно также его использовать как гель для... Вернее, не как гель, а пена для ванны. И можно пользоваться ежедневно, то есть он такой нейтральный в этом плане. Закончилась моя любимка, вот такой вот Miss Dior Blooming Букет. Я его обожаю и вообще хочу себе купить еще один. Вы знаете, я все-таки отковыряла колечко. Угу. И оно, между прочим, оказалось металлическим, таким совершенно тяжелым. Только я не знаю, ну... Я не знаю, можно ли вообще его носить, но, честно скажу, выбрасывать мне его прям очень и очень жалко. Представляете, вот такая вот прелесть, красота. Я думала, что, ну, наверное, оно все-таки для украшения служит, а не для того, чтобы его носить. Но мне вот так понравилось, что я все-таки взяла его и, да, в общем, короче, я его сняла и не могу с ним расстаться. Я не знаю, для чего я его буду использовать, вряд ли я его буду пользоваться им как кольцом, но, может быть, можно салфетку какую-нибудь сюда, да, засунуть, бумажную хотя бы. А, можно для платка, по-моему, использовать, да, то есть как ограничить. Это у меня, наверное, уже второй или третий флакон.
Сейчас я обхожусь без него, и мне прям вот очень-очень плохо, потому что это вот такой красивый, мне кажется, даже летний какой-то или весенний аромат. Я им не пользовалась зимой, но за лето я его прям тынь-тынь, и все, и весь выбрала. Берлик, счастливые моменты, лаванда. Нет, он не помогает заснуть лучше или там спать дольше или спать крепче, но, по крайней мере, в эффект плацебо, да, у вас в подсознании сидит, что лаванда – это успокаивающий момент такой, да. Просто приятно пахнет, действительно пахнет лавандой. Можно использовать как пену для ванны, можно использовать как гель для душа. 250 мл этого объема хватает очень и очень даже надолго, потому что он пенится. Даже, например, по сравнению вот с этим гелем, да, этот пенится в два раза лучше, и пена такая более плотная получается. Этот помягче, вот этот такой более... Его надо прям чуть-чуть, не очень много, не переборщите. Так, показываю пенку для купания солнышка. Ну, это больше моего детика. Ну, что могу сказать? Написано, что тут содержится череда, рисовое молочко. Мне кажется, что вот эта серия «Мое солнышко», она очень мягкая. Сейчас мы пользуемся шампунем и тоже какой-то пеной или гелем для принятия душа, что-то в этом роде. А ребенку нравится, мне нравится, пахнет приятно, кожу не сушит, аллергии не вызывает, поэтому что еще нужно? Закончился у меня Эфаклар До, хороший увлажняющий крем, спасает от рецидивов после того, как вы пролечили свои прыщики, либо они уже естественным путем вылечились, да, прошли. Очень хорошо он убирает пятнышки, да, постакне. Ну и хорошо увлажняет, не закупоривает поры. Поэтому под макияж, да, тоже очень даже хорошо ложится. Так, мое небольшое открытие, тоника, оттеночный бальзам. Я им пользуюсь не каждый день. Вы знаете, я еще помню те времена, когда тоника была такая жидкая, она плохо смывалась с волос, она пачкала одежду, она пачкала постельное белье. И у меня, знаете, у меня вот с 90-х где-то, да, с 90-х, 2000-й год, вот у меня стойкое такое неприятие было к этому бальзаму. Вот, каково же было мое удивление, когда в Магните, в супермаркете я купила... потому что не было ничего, вообще ничего, чтобы забить желтизну. А я, кстати, хотела сказать, я неудачно покрасилась. Вернее, как, я покрасилась-то нормально, но просто сейчас, видимо, в краске то ли чего-то не докладывают, то ли вообще поменялась формула. В общем, я стала желтая. Я взяла блонд, холодный блонд оттенок, и я почему-то стала просто вообще, я как одуванчик была, желтизной такой. Я... А, что делать, что делать? Я, в общем, ломанулась в супермаркет, побежала и не нашла там практически ничего. То есть вот оттеночных фиолетовых таких вот шампуней, бальзамов или еще чего-то такого. Ну, не было вообще. И я так подумала, ну ладно, возьму тонику. Я помню, какая-то гадость, думаю, ну ладно, перетерплю. Вот, по факту, вот сейчас я уже покупаю третий или четвертый флакон. То есть они переделали формулу, но, к сожалению, я вообще до сих пор не могу понять, как им пользоваться. В общем, я им пользуюсь до мытья головы. То есть я выдавливаю на руку, наношу на волосы, да, чищу зубы, умываюсь, все дела там тра-та-та делаю. А вот потом, когда мою голову уже, я его смываю, потом обычным шампунем пользуюсь и бальзамом каким-нибудь, самым обычным, ну там для окрашенных, уже не фиолетовым, не забивающим желтизну, может быть каким-то там для окрашенных волос или для блондированных волос. Это уже не пачкает ни одежду, ни постельное белье, больше похоже на такой кремообразную субстанцию фиолетового такого цвета. Если вы держите хотя бы 10 минут, то цвет такой, знаете, получается насыщенный, и он долго сохраняется, по крайней мере, до, сейчас скажу, через раз можно пользоваться. Ну, я пользуюсь так, один день тоникой, а один день просто мою голову фиолетовым шампунем профессиональным, да, то есть Silver Blonde, бла-бла-бла, Bonacur, который стоит там тоже запредельное количество денежных средств. Вот эту штучку рекомендую, стоит вообще недорого, а эффект дает прям отличный. И формула гораздо лучше, чем была еще несколько лет тому назад. Вот. У меня номер 9.1, называется платиновый блондин. Выбрасываю вот такой вот лак NP, что это вообще, какой-то профессиональный лак.
Господи, секса много не бывает, номер 903, вот реально. Вот я вам просто сейчас... Я боюсь, что у меня это видео просто уйдет в 18+. Это какой-то кошмар, да, название. Зачем сказал название? Ладно, в общем, начал полосатить, начал засыхать, причем так сильно засыхать. Даже два слоя некрасиво ложатся на ногти, поэтому я решила, у меня как бы есть, ну, что-то похожее имеется уже, я решила, ну, что я буду домучивать этот лак и мучить себя и мучить его, отправляю его в свободное плавание, да и бог. Так, ну и совсем-совсем последнее, закончился у меня Bobbi Brown Long Wear Even Finish Foundation SPF 15, у меня цвет 2 Sand, этот цвет мне подобрала консультант, он идеально просто, вот вообще один в один, как моя кожа, и я все думала, желтить, не желтить будет, нет, он не желтит, он не розовит, он прям вот очень-очень хорошо ложится, быстро, правда, застывает, то есть его нужно... очень быстро разносить по лицу. Я иногда пользуюсь спонжиком, но чаще всего я пользуюсь руками. Могу сказать, что я жду не дождусь, когда куплю себе на смену его же. Вот, только нужно, как говорится, доехать до магазина. Собственно говоря, это были все мои пустые баночки. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Кнопочка там вот внизу, где-то здесь внизу. Вот, пишите свои комментарии, всего вам самого доброго и пока!